В Магадане отпраздновали День строителя. Константин Дьячков работает в этой сфере уже больше 20 лет. В 2000 году окончил Иркутский государственный университет. На руководящей должности мужчина около 15 лет. В Магадане Константин трудится прорабом и строит бассейн на улице Октябрьской. Рассказывает, что работа очень интересная и нужная. А все люди этой профессии, по его словам, добрые. Это прекрасная специальность. Строители – люди, они очень добрые и доброжелательные. А я хочу поздравить своих коллег с профессиональным строительным праздником. Всем удачи и счастья. Накануне профессионального праздника мэр Магадана Юрий Гришан поздравил мастеров своего дела, посетив будущий плавательный бассейн и школу в поселке Снежный. Там глава муниципалитета вручил строителям благодарности и памятные подарки. Я хотел бы пожелать вам всем здоровья, вам. Вы всеми несете деньги с этой стройки, чтобы зарплата была хорошая, чтобы вы не разочаровались в своей профессии, а те, кто приехал сюда в Магадан из других регионов Российской Федерации, может быть, и задержались здесь. Работы для строителей будет всегда здесь очень и очень много. С праздником вам, вас, всего вам доброго. Юрий Гришан поблагодарил коллектив за преданность делу и пожелал строителям крепкого здоровья и успехов в труде. С профессиональным праздником их также поздравили артисты из поселка Сокол. Отметим, День строителя ежегодно отмечают в России во второе воскресенье августа. В 2020 году его отпразднуют в юбилейный 65-й раз.